Привет, да. Подождите, дайте я поцелую. Да. Поцелует, да. Так, ну, вы давай. Снимаете, я надеюсь. Вначале целоваться, да. А потом уже снимать. Нет, вы, наверное, да. Почему? Вы почему не играете? Ну ладно, как бы зовут, моя жена интернет не смотрит, можете снять, я не возражаю. Давайте, я ее целую, вы снимаете. В нашем возрасте это только возвышает нас. Люся, прекрати насчет возраста. Нет, я хочу сказать, в нашем зрелом возрасте. Так, какой зрелый? Повторю официальный вопрос. Почему вы не играете? Ну, я немножечко тренерской работой занят. Насколько можно? Вы уж извините меня. Но если тренерская работа мешает игре, надо оставить тренерскую работу. Я бы так сделала с удовольствием. Ну вот я сегодня посмотрела, сейчас мой ученичок выиграл у самого Паттона. А Папин разве играет? Играет Вася Паттон. Вася, ну как а он Вася? Вчера не играл, по-моему. Играл. Нет, Вася играл. Два очка. Нет, имел. Если они встретились. Он имел два очка из четырех. Поэтому я и не заметил. Вот он в итоге Акмалхон Мухиддинов. Это еще имени у всех на устах. Так, вы понимаете, да. Вот он 3,5 набрал. Я имела честь наблюдать финальную часть партии. У меня тогда к вам... Да. Один профессиональный. Хорошо.